Как я монтирую наличники по 90 градусов. В общем, сначала левую сторону отмеряю по верхушке, отрезаю, приставил. Потом верхушку отмеряю буквально на пол миллиметра больше. То есть в угол ставлю, прижимаю к тому наличнику, а здесь опускаю, с этой стороны опускаю примерно на пару сантиметров и делаю отметку ножом и отрезаю. То есть как раз получается где-то пол миллиметра запас. Потом отмеряю вторую боковую по верхушке. Далее приклеиваю боковушки на всех дверях, то есть все боковушки, вернее вертикальные наличники все приклеил, и только потом вставляю верхушки. Получается, они чуть больше на пол миллиметра, и потом уже, когда их вставляю, они встают в распор и четко прилегают с обеих сторон.